Школьники республики включаются в проект «Киноуроки в школах России». Ребята собираются снять фильм об одном из главных аспектов человеческих отношений – об уважении. Уже начались кинопробы для участия в съемках. Над фильмом об уважении юные кинематографисты намерены работать максимально самостоятельно. Даже средства на съемки они зарабатывают сами, сдают макулатуру. С начала марта ребята со всей республики собрали около 50 тонн из 150 необходимых. Конечно, этот актерский или продюсерский опыт, он пригодится нашим детям, потому что самое главное детям чувствовать себя создателем, творческим человеком, потому что дети вот изначально к этому очень склонны, и очень важно вот этим росткам дать прорасти, ощутить себя действительно творцами. Сценарий будущего фильма уже написан. Скоро начнутся кинопробы. Заявку на участие может подать каждый. Необходимо снять свою видеовизитку, как это сделали юные актеры из лицея номер 4. То у меня младшие школьники тоже есть в другом здании, я занимаюсь младшими школьниками. И вот специально под этот проект мы выбрали 4 ребят, отсняли их, поработали с ними, отсняли их кинопробы и отправили на проект, а дальше посмотрим, выберут ли наших ребят. Проект «Киноуроки» предполагает культурный обмен. Киноленту, которую снимут на территории Чувашии, покажут в школах по всей России. А мы сможем увидеть фильмы, подготовленные другими регионами. Все они будут посвящены вопросам, волнующим современную молодежь – уважению и любви к себе, к людям, к родине. Екатерина Шеверова, Дмитрий Салманов, Республика.